Здравствуйте, уважаемые зрители видеоканала «Планета Дзюдо». Я Роман Карасев. Сегодня веду репортаж из Пазаджика, где проходит чемпионат Балканской ассоциации дзюдо. И сегодня во второй день завершились соревнования командные, смешанных команд, мужчины и женщины. Это новый такой вид проведения соревнований по дзюдо, где мужчины и женщины в одной команде. И сегодня определились победители и призеры. Третье место заняла команда Болгарии и Румынии. Второе место заняла команда Черногории. И первое место заняла команда Боснии и Герцеговины. Не знаю, совпадение или нет, но в принципе ребята из Боснии и Герцеговины боролись достаточно хорошо. А совпадение или нет, потому что новым президентом Балканской ассоциации дзюдо избран как раз-таки представитель Боснии и Герцеговины. Практически все встречи были записаны, командные, финальные. И ссылки к этим поединкам будут в описании. Балканский чемпионат Балканской ассоциации дзюдо 2022 года среди мужчин и женщин завершился. Дальше спортсмены будут готовиться к другим стартам, совершенствовать свое дзюдо. С вами был Роман Карасев, и вы смотрели новостной выпуск «Планеты дзюдо». До новых встреч!